6 февраля в Большом зале театра Михая Эминецкого состоится премьера спектакля «Жой Сербатуария». Трагикомедия поставлена по пьесе венгерской поэтессы Каталины Турогзи. Режиссером и сценаристом спектакля выступил Вячеслав Самбриш. Конфликты поколений – извечная проблема человечества и всегда актуальная тема для размышлений, художественных в том числе. Молдавский режиссер Вячеслав Самбриш решил разобраться на сцене, в чем же главная причина этих разногласий. Это тяжелая пьеса, в ней говорится о конфликте поколений, тема, которая актуальна по сей день, которая никуда и никогда не исчезала. Надеюсь, что зритель сможет найти отклик в конфликте, который возникает на этой сцене. Актеры, исполняющие роль представителей абсолютно разных поколений, рассказали нашим журналистам о главном посыле, который они хотели бы донести до зрителя. Мне бы хотелось, чтобы зрители ушли домой, задумавшись, чтобы дома у них была тема для обсуждений, чтобы каждый, кто пришел, стал чуточку лучше. Я обязан, как актер, показать позицию героя. Мой герой требует дисциплины, мой герой требует порядка. Демократии? Да. Если сказал слово, значит держишь его. Хочу, чтобы каждый сидящий в зале понял позицию героя, ведь мне не нравится, когда говоришь одно, а делаешь другое. Премьера спектакля «Жой Сербатуария» состоится в театре Михая Эминецкого уже в четверг, 6 февраля. Билеты можно приобрести в кассах.